лишь одни, коснись и тихо мне улыбнись, мы здесь. Здравствуйте, дорогие зрители канала ФБР ТВ. С вами виджей Катя Гусева. Мы находимся в самом центре столицы, в роскошном ресторане «Оливьетто». Но не это сегодня главное. Здесь и сейчас пройдет церемония вручения наград «Топ Глосси 2011», организованных журналом «Топ Бьюти». Ведущим вечера станет Андрей Малахов. И это говорит уже о многом. А вы лауреат сегодняшней премии? Ну да, если это можно. Это можно, да. Сначала церемонию, то да, я лауреат сегодняшней премии, я очень этому рада. Я люблю получать премии. Да. А какую пользу вы приносите людям, помимо того, что вы пишете классные книжки? Спасибо огромное по поводу книжек. Я всегда считала, что если ты выздоровел после тяжелой болезни, то нужно вытащить за собой всех тех, кто находится либо в начале этой болезни, либо в середине. Да. И у нас огромные благотворительные проекты, связанные с покупкой томографов. С обучением людей, которые будут работать на этих томографах по всей России. У нас есть хорошие врачи, у них нет диагностического оборудования. Деньги мы собирали буквально по копейке. Мы поставили в огромное количество городов эти томографы. Деньги мы собирали буквально по копейке. Тут сложились мои гонорары за книги. И все, что было у нас вот так вот собрано. Купите у нас нитяной браслетик за 100 рублей. Ну, когда миллион людей отдает по 100 рублей... Это все-таки много. Да, это получается 20 томографов для людей из провинциальных городов. А Top Beauty на самом деле замечательный журнал. И мне не очень нравится, когда слово «глянец» произносят с каким-то презрением, свысока и так немножко снисходительно. Потому что «глянец» на самом деле – это огромная просветительская работа. Это рассказ о том, как женщинам нужно одеваться, как ухаживать за собой. И Top Beauty здесь, конечно, флагманский журнал. И очень приятно, что такой журнал у нас есть. Очень жаль, что в мою юность таких журналов не было. Я бы, наверное, сумела тогда выглядеть еще прекраснее.